Уважаемые друзья, дорогие гости, уважаемые зрители, я прошу вас, пожалуйста, соберитесь на нашей площадке, как одна большая дружная семья. Hattu tuli Kalelansa, kääntylän tytöt ne piirissä pyöri hoikalla varrelansa. Istumme kammarin joksivän viiran rannalta ja heti kakan kahalta. Joksivän viiran rannalta ja heti kakan kahalta. Tekin poikia vaivata taitaa rakkauden tauti. Näitäkin poikia vaivata taitaa rakkauden tauti. Joksivän viiran rannalta ja heti kakan kahalta. Joksivän viiran rannalta ja heti kakan kahalta. Мы очень мечтали приехать на ваш праздник, очень дружим с вожанами, которые живут в Павловске, и передаем привет от Коми землячества. Сегодня совпало так, что люди тоже на празднике, но мы бросили все дела и решили все-таки приехать к вам, потому что язык водский такой же родной, как язык другой финно-угорских народов. И мы, коми, очень рады, что в деревне существует, язык существует, ваша культура процветает. И такие замечательные есть люди, которые сохраняют ваши традиции. Мы убедились сегодня в этом и дарим вам песни на родном коми языке. Шондыбаны оле мы да том оле мы том гажи, том оле мы том гажи да том пыраколяле мы, том пыраколяле мы да да сквайтары стырте мы, да сквайтары стырте мы да кыжаре свечище мы, кыжаре свечище мы да том зон мы срадейте мы. Сегодня очень важный день для вас, потому что сегодня среди наших друзей, наших гостей зародилась еще одна хорошая традиция. И будет зарождаться вновь и вновь новые традиции водской культуры, которую вы возрождаете. И буквально через несколько минут, секунд даже, я хочу сказать, вы присоединитесь к нам для того, чтобы всем вместе, всем миром, всей деревней, всей огромной, большой дружной семьей принять участие в постройке, заложении камней, фундамент будущей часовни здесь, в деревне Хлужицы. Ведь это самое святое событие, которое за последнее время здесь произошло. И произойдет. И это все только благодаря вам. И, конечно, тем
кто всем сердцем переживает и пытается доказать, что Водь — это тот народ, который жив, который, несмотря ни на что, гордо поднимает голову и несет свою культуру и искусство, язык, творчество, традиции. Дорогие друзья, и прямое доказательство тому, что Водь жива и о Воде знают многие, это диплом лауреата второй степени в номинации «Лучший документальный фильм» «Водь. Возвращение домой». Я хочу под ваши аплодисменты вручить этот диплом той обладательнице, которая создала этот фильм, которая вложила душу не только в фильм, но и во все, что здесь сегодня происходит. В этом году в свет вышел учебник водского языка. Преподаватель Тартусского университета Хейнеке Хейнса создала его. И я хотела бы вручить эти учебники тем людям, которые многие-многие годы упорно работали над его созданием. Как сказала Хейнеке, они были моими учителями и учениками долгие-долгие годы. Дорогие мои, низкий вам поклон и уважение. И мы хотим вручить эти учебники вам. В наших сердцах и в наших умах зародилось желание восстановить часовню святых апостолов Петра и Павла, которая испокон веков была в нашей деревне. Прошение владыка Митрофан подписал, благословил воссоздание часовни. И сейчас мы сначала прочтем молитву «Отче наш» на водском языке, потому что мы испокон веков были православные, а после этого возьмем каждый по камушку, который найден на Лужицкой земле, омыт водами реки Лужицы и перенесем на ту площадку, которую нам выделили под место будущей часовни. Уважаемые гости и жители этой прекрасной деревни Лужицы, сегодня мы вместе с вами стоим у истоков прекрасной истории, которую вы возродили и которую вы будете оберегать своими молитвами, своими трудами, своей улыбкой, своими добрыми сердцами. Поэтому сейчас я хочу пригласить всех, кто находится на нашей поляне, принять участие в том, чтобы перенести эти камни, которые были найдены на Лужицкой земле. Присоединяйтесь по одному камушку, и мы это принесем в то место, где в скором будущем будет возведена часовня. Да. Все, мы не забываем. Мы не забываем. Мы не забываем. Мы не забываем.